Привет, ребят! Сегодня будем делать полку для туалетной бумаги. Просто так получилось, жена сказала, если не сделаю я, будет делать она. Было бы, наверное, интересно посмотреть, но рисковать не будем, сделаем сами. Будем делать из вот таких вот обрезков, огрызков, то, что у нас осталось, а там что-то когда-то делали. Заморачиваться не будем, сделаем просто, но функционально. Полочка для телефона или книжки должна быть, чтобы положить, кинуть. Ну и непосредственно для туалетной бумаги. Не так. Начнем с разметки. Ну что, после недолгих размышлений пришла идея, вернее, сделать примерно так. Тут будет отсек как бы для туалетной бумаги. Тут отпилится полочка будет так. Тут там сотовый телефон. Тут будет ложиться книжка на стену. Таким макаром прилепится. Сейчас мы это все, так как у нас лежит, вырежем. Ну и посмотрим, что из этого получилось. Вырезал боковинку и от руки просто нарисовал как бы узор, не узор, вот таким макаром она будет. Тут еще, наверное, пройду фрезером. Потом по ней, как по шаблону, сделаю еще две штучки такие. Сейчас вырезаем все три штуки, смотрим, что получилось. Вот то, что у нас получилось, просто вырезали. Это после обработки фрезером, ну, еще наждачной бумагой. Итак, кое-что у нас начинает вырисовываться. Ну, такого плана будет. Эта доска будет заужена на толщину вот этой нижней части. То есть по ней она будет, по ширине ее вдоль распустится. Здесь просверлится дырка и вставится проволока простая, потому что вариант упрощенный. Ну и на ней будет, собственно, держаться бумага. Ну, сейчас распускаем досточку, сверлим дырку. Эти две доски ложим одну на одну и две сразу просверлим, чтобы симметрично была дырка последними. Делаем. Ну вот так где-то получилось. Хотя появилась еще одна вариация этой полочки. Сейчас покажу. Но почему-то она мне пока нравится больше, хотя, наверное, останется в этой интерпретации. То есть вот эту часть мы убираем. Вот эту. Раз. Раз. И вот таким макаром делаем. Но нижнюю отпиливаем. Даже не знаю, как лучше, но сейчас, в принципе, итог покажем. Ну что, вот такое чудо-полка у нас получилась. Сбоку. Простая проволока вставлена. При надобности вынимается, надевается бумага. Сейчас мы проволоку зачистим, покрасим. Ну, а саму полочку вскроем морилкой. Ну, не ахти какая, наверное, получилась. Ну, думаю, лучше, чем магазины. Главное, что будет... Опа. Куда сотовый телефон плюхнуть, положить, потому что без игр в туалете никуда. Продолжаем. Ну вот наша полка и готова, осталось ее только повесить. Обработали морилкой цвет клен, добавили навесы такого плана. Сейчас разверну, еще не просохло. Простые мебельные. Видно, не видно. Просто на шурупы. Теперь будет за что крепить. В принципе, все готово. Может, где-то криво-косо, но, опять же говорю, вроде как лучше, чем в магазине. Подписывайтесь, ребята. Ставьте лайки. Лайки. Не жмитесь. Всем пока. До встречи. Адью.